Я всех категорически приветствую. Продолжаем играть в Fallout Shelter. Промежутки между предыдущей этой серией зайти, к сожалению, не удалось. А вот денег нафармить не вышло. Поэтому будем посмотреть просто, что произошло за это время, пока нас не было. Мы там, насколько я помню, отправили сталкеров в пустошь. Вот. Прокачали там некоторых жителей убежища. По статистике. По статам. Так. О, какое-то задание почти выполнили. Вот. О, у нас вон поприбегали возвращенные сталкеры. О, а у нас не хватает воды, еды. Ничего не хватает. Слышно, возможно, прибежали еще. Так, по идее, давайте... А. Чуть-чуть сейчас. Да, вот ядерный реактор мы построили в прошлой серии. Так. Заходи. О, надо что-то срочно продать. Ого, 12 детей. Ничего себе запросы у граждан. 12 детей, я типа. Да как фейл? Вы шо, было 22%? Как? Холмс, как? С ума сойти. Что-то скрипты этой игры я не всегда понимаю. Ну вот, 32%. Фейл. Я балдею, дорогая редакция. Так, надо почистить наш склад. У нас тут очень много всякого барахла собралось. Мы его копили для заданий в стиле «продайте там какое-то оружие» или «одежду». К сожалению, пока такие задания нам не выпадают, поэтому у нас склад просто засорился. Мы его чуть почистим, то чтобы помещались новые вещи. Так, ну давайте теперь, может, как-то еда там это с третьего раза. С третьего раза и все равно красный, отлично. Раш как-то меня неприятно удивил. Так, пистолеты такие всякие. Не, сразу попродаем. Так. Ой, десклавы снова атакуют наше убежище. В прошлой же серии это было. Вы что, ребята? Это уже было. Блин, они мне сейчас полуубежище. Хоть все отхиленные. Вроде да. А ну давай. О, стали ждут. О, какие они как вблизи выглядят. Ух, такие с красными глазами, жутенькие. Ждут, пока там защитники в комнату добегут. Не, не дождались, побежали дальше. Ой, а у нас тут тоже покосанные есть. Ай-яй-яй.
хорошо так жить, ребят. Надо срочно уводить побитых. Они ж поубивают тут сейчас всех. Идите в другие комнаты, где не побитые. Ай, блин. Как не вовремя эти десклавы. Так, ага. А эти здоровые, значит, там сидят. Отлично. Все, хватит, 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 хлопцы. Все. Не трогайте наших девчонок. Еды не хватает, у всех хп на нуле. Все. Это фотофиниш. Все, убирайтесь, убирайтесь. Убегайте. Все, убили кого-то. Двух убили. Тут еще все хуже. Еды нет, воды нет, все, всех стремительно здоровье падает. Ай-яй-яй-яй-яй, тут сейчас будет просто мясорубка. Это просто катастрофа. Надо спасать, просто спасать своих жителей убежища. Кого успеем? А? О, один целый. Мейсон. Ну, подерись с ними. Да. Результаты катастрофические для убежища. Гора трупов. Нет воды, еды. О, один монстр выжил. Убегает теперь обратно. Еды, воды нет, ничего нет. Все плохо. Если в прошлый раз мы их в легкую отпинали, то теперь они в легкую нагнули все наше убежище. Ой-ой-ой-ой-ой. Оживлять мы сейчас на такие бабки попадем, ребята. Ай-яй-яй. Да, все эти деньги, что мы собирались построить себе ядерный реактор полностью, мы теперь потратим на воскрешение. Да уж. Зашли десклавы в гости, как говорится. Порвали нас, как тузик грелку. Посмотрим, что у нас там с нашими. О, Андерсон все бежит. О. Этого Андерсона надо возвращать, у него 0. Так, Дэвидсона
Харли Дэвиса. Это тоже будем возвращать, всего два у него осталось, чтобы его не убивали. 5. Джек Дэвис. Да, тоже вернем, пожалеем. Ёлки-палки. Надеюсь, сейчас мы быстро восстановимся. А то если будет третий заход без клавов, то это кончится для нас плачевно. Блин, и рашить нельзя. В случае неудачи, если вылезут тараканы, не просто всех убьют. Просто всех уничтожат и все. Так, надо срочно выпнуть. Пустоши кого-то. Так, пару, просто чтобы они сейчас нам баланс не мешали. Мы их сейчас вернем скоро. Так, ребята, все на волю. Так, чтобы они сейчас продержались хотя бы минут 15. Пока мы будем тут приходить в себя. Еда фармится быстро. Достаточно. Надо уменьшить потребление. Насколько это возможно. Ну, в общем-то, если честно, то не такие уж и катастрофические последствия. Могло быть и хуже. Всего-то мы 1000 на 2 денег полиняли, ну и затормозились немножко в развитии. Так, пойди покачай что-то другое. Такой грустный на этом эндюрансе. А, тут все забито. На интеллект тебя качнуть, да. Ну нет, иди на агилити. О, еда. Рашить бы, ну боюсь. Потом опять лечить, это еще на 1000 попадешь как минимум. Да, такая у нас получилась невеселая серия. Ну что делать? Превратности игры, как говорится. Ребят мы пока не принимаем обратно, пусть стоят. Чтобы они у нас не начали есть. Так, давайте. Вы пока тут бегайте, я вас потом верну. Не кажется ли, по идее, мы не вылазим обратно? Хотя нет, было вообще мало. Стало чуть больше, но мы так будем долго вышкарабкиваться. А ну что, у нас тут никого нету? Оу, ноу. Понятно, никого нет. Да. Ну, это гилити. Конечно, я в силу заглядывал. О, как-то лучше.
Так, ну ладно, буду выбираться из этой ямы пока. Ну, на этом я, наверное, закончу серию. До новых встреч, пока-пока.